Эй, народ, всем привет, с вами Блудлинес, и сегодня мы дальше проходим финал. Скорее всего, это уже наконец-то финал будет Русалки Болотной. И остановились мы на том, что с Айтара мы нашли какой-то, ну, типа поселок или городишко. Ну и, в принципе, думаю, дальше надо идти и проверять, что же будет вообще, как тут и что. И, наверное, будет в этом видео все финалы, все концовки. Я попытаюсь для вас, конечно же, сделать. Хотя я еще и этот даже концовку не сделал, даже не знаю, что тут может быть. Что это? Кладбище? Какое-то кладбище старое. Место, в котором можно вымыть руки. Почему эти постоянно тут с водой стоят, я не пойму. А, ну, в принципе, может, у них так и есть, да, как заведено. Ни кранов, ничего такого нет. Так, что у нас тут? Гробы, то есть, типа, памятники. Опа, здесь стоит какой-то знак. Надпись почти выцвела. Семейное кладбище Суцида. Кажется, у старика такая же фамилия. Ну да, мы видели, что в прошлой серии там как семья вроде как тоже. Ладно, даруйте нашей семье защиту навечно. Гнева. Толком мы не прочитали. Что все это значит? Совсем не похоже на обычное кладбище. Может быть, это семья. О боже, призрак какой-то. Ага. Мне показалось, или тут что-то было? Тут был черный дымок. Кое-чего. Ну, друзья, я, в принципе, до сих пор смутно так понимаю смысл этой игры, но мне кажется, интересно будет. И я догадываюсь, помните, что я вначале говорил этой игры, что все очень легко, что все можно понять? Нет, совсем не так. Тут совсем все по-другому. Ну да ладно, будем проходить, сейчас посмотрим. О, Рин. Рин, с тобой все в порядке, Рин? Да что случилось? Почему ты плачешь? Может, потому что она легла поспать. Рин! Что с ней такое? Опа. Слыхали вы... Слыхали ли вы историю? Историю русалки, которая умерла? Пожалейте ее, пожалейте ее. Это концовка? Пожалейте ту, которую любили до самой смерти. Ибо то, что держит в тайне, страшнее того, что вы знаете. Вот почему никому нельзя ходить в это место. Как-то странно все заканчивается. Горе тому, кто приблизится к ее болоту. А, вообще я думал, что русалка за нами будет гоняться. Но тут ее нету. Но это и не конец, вроде бы. Идиотка проклятая. Я же просил тебя не ходить туда. А что, если бы ты потерялась? В противогазе находила, ей не страшно было. Так как ты себя чувствуешь? Там в горах довольно холодно. Как бы ты не простудилась. Я пойду поищу воду. А ты отдохни, пока меня нет, договорились? Это все проклятие. Что? Русалка прокляла нас. Вот что случилось с Юкой. И вот почему Юта сошел с ума. Ну это понятно, это и так было ясно. Русалка, она ненавидит тех, кто здесь живет. Но она не может им ничего сделать. Поэтому она мстит чужакам вроде нас. Поспи немного, Рин. Нет никаких русалок, и проклятий тоже нет. Ты просто устала, вот и говоришь глупости. Скоро мы найдем карту и едем отсюда. У нас нет другого выхода. Мы не можем оставить здесь Юту и Юку даже сейчас. Короче, я так понимаю... Ох, что-то сейчас произойдет. Сайтара, что с тобой? Ничего особенного. Просто вдруг разболелась голова. Будет смешно, если я сам заболею. Да тут, походу, блин, все сдохнут нахрен. Это как в каком-то... В фильме ужасов. Это наверняка проклятие. Я уже не верю ни в то, ни в другое. Даже мои сны — это русалка. Да, но сны были у тебя и ранее, когда ты даже еще и сюда и не приехала. Но что мне делать? И что она пыталась сделать со мной? Русалка. Русалка и болото. Интересно, болото из легенды — это здешнее болото? Ну, какое еще? Скорее всего, я могу ходить, да? Опять она встала. Опять она никого не слушает. И, видимо... Так, кстати, телефон она до сих пор не снимает, что-то бред какой-то. Что хочу сказать, мне кажется, сейчас с Айтара что-то произойдет, только вот куда идти я даже и без понятия. Так, ножик, кровавленный нож, только не бери его. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне кажется, догадываюсь, что будет в конце, это будет просто офигенная, наверное, концовка. Ну, не то, что офигенная, а жопная такая. Прям солененькая. Потому что я уже догадываюсь, что может быть. Видели ли вы... А ну-ка.
Видели ли вы нашу превьюшку, и там, где Рин была вся в крови и с ножиком в руках? Зря, мне кажется, я взял этот нож. Ну ладно, сейчас посмотрим. Все равно тут 4 концовки, и посмотрим, что будет. Так, что он там пошел искать? Я, честно говоря, пропустил. Нет, я не буду туда входить. Так, тут ни хрена. Наверное, нам надо выйти. Так. И куда нам надо? Что, в этот дом, что ли? Нет. Я, кажется, что-то видела возле болота. Блин, мне кажется, зря я сюда сейчас подойду. Это то самое болото, о котором шла речь в легенде. Может быть, там внизу что-то есть. Тут еще покупаться залезть. Да, конечно. Что же тут написано? До сих пор непонятно. Нырнуть в болото, чтобы меня русалка захавала. Я сюда могу пройти, интересно. Я больше не пойду в горы. Я не знаю, а если пойти второй этаж полностью обыскать? Давайте, друзья, сейчас быстренько обыщу. Чтобы на всякие пожарные. То может Сейтара где-то тут. Хотя куда он мог пропасть? Да не, мне кажется, вряд ли он где-то тут будет. А ну-ка, я могу выйти тут? Да, он вряд ли тут будет. Я даже не знаю, друзья, сейчас... Две концовки я уже знаю, как показать, но как остальные концовки, даже без понятия. Ну, давайте попробуем нырнуть, потому что больше ничего не остается делать. Но все равно концовка плохая. Так. Нырнуть. Может быть, я сейчас сам русалкой стану. Ух ты! Я могу плыть. Это что-то новенькое, такого я еще не видел. Это уже что-то бред какой-то. Теперь она трансформировалась в рыбу. Что-то на дне. Ключ? Щипцы? Что это? Что это? Заколка? Что она делает в болоте? Заколка, видимо, этой русалки. Что там? Сейчас русалка будет. Ёб твою! Давай! Азот! А, отпусти меня! Меня Тина, походу, завязала. Нет, мне не хватает воздуха. А почему я не... Я даже не успел. В принципе, даже если бы я shift нажимал... Ну, выплывай. О, есть. Меня Сейтара спас. Фух. Дура ненормальная. Ты понимаешь, что ты делаешь? Умереть хочешь? Он уже думает, вообще поехавшая какая-то. Ах, Сейтара, как ты понял, что я... Я смотрел в окно, не успел опомниться, как ты прыгнула в воду. Ты что, совсем свихнулась? У тебя ноги запутались в водорослях, ты чуть не утонула. Может, ты не можешь трепать мне нервы? Я б на его месте привязал ее к кровати и дал ей по жопе. Это совсем не водоросли, это русалка, это нула, и странная черная тень схватила меня за ногу. Закрой рот! Утопи ее тут. Чтобы она херню не несла, да? Русалка схватила за ногу, просто чудесно. Пойди займись чем-нибудь полезным, почти карту. Мы не можем уйти, оставить здесь Юту. Нет, это... Тебе давно пора понять. Здесь происходит что-то странное. Юка умерла, Юта сошел с ума. И эти сны. Это проклятие. Наверняка проклятие. Прошу тебя, поверь мне. Ты чертова ду... О, опять у него башка заболела. Сейтара, что с тобой? Опять голова? Да, наверное, простудился в горах. С тех пор, как я вернулся, жуткая головная боль. Видимо, и Сейтара там прокляли. Это я во всем виновата. Это из-за меня тебе пришлось идти. Все в порядке, просто больше так не делай. Я еще раз обыщу кабинет, а ты обойди остальной дом. Юки мы помочь уже не сможем, но не сидишь же сложа руки и ждать старика. Так что пожалуйста. Да, ты прав. Интересно, солнце садится, лучше начнем завтра. Только не говорите, что опять надо спать. Вот интересно, если бы мы не выходили вообще из комнаты, и если бы вообще из дома не выходили, то что было бы? Я не могу уснуть, боюсь даже закрыть глаза. Ладно, пойду искать. Нужно найти хоть что-то, что поможет выбраться отсюда. Ну, даже не знаю, друзья. Кстати, я понял, для чего мы нож взяли. А, в подушке, которую нашли наверху. Кстати, эта дверь вроде закрыта до сих пор, да? А, не, это же кладовка. А, нож мы сможем вырезать ножом с подушки ключ или что-то твердое, что она говорила, что там находится. Так, давайте сохранюсь на всякий случай. Блин, уже некуда сохраняться. Ёперный драндулет. Ладно, не буду тогда сохраняться, потому что... Кстати, тут же закрыто, да? Наверное. Хотя, ладно, сейчас посмотрим. Так вот, я взял еще предметы. Вот, я взял... Где она? Или не брал я? Каменный штырь, вот.
А каменный штырь из ограды возле дома. Я взял его, но нам надо найти веревку, чтобы по камину спуститься. Это я так думаю, но хрен его знает. Это говорили, это на плохую концовку тоже выводит. Ну, не знаю. Так, вот тут что-то твердое было, да? Вот, разрезать подушку. Что там? Ключ. Ну, ключ только от одной двери, может быть, потому, ну, возле той, которая рядом с домом стояла. Что больше я уже даже не знаю, что еще может она открывать. Игра долгая, кстати. Ну, дольше намного, чем те все игры. Хотя, может быть, я же заперта. А ну-ка. Так, ключ. Не? Нет, смотрите, не отсюда ключ. А откуда ж тогда? Какие у нас двери еще закрыты? Кстати, у нас есть тут где-то вот дверь. То есть не дверь, а ну-ка, сейчас найдем. Тут у нас где-то вот тут, да? Так, может я с... О, может я сумею отодвинуть этой клюшкой, ну, то, что держишь дверь. А ну-ка. Что это? Ага, кто-то вставил сюда палку, но что здесь такого важного? Что тут стоило запирать? Ключ и клочок бумаги. Я нашла ключ от бойлерной, но хозяину я ничего не скажу. Он запрещает нам ходить туда, и наверняка там лежит что-то ценное. Я должна посмотреть, что это, пока могу. Так, ключ от бойлерной я взял, но... А зачем же нам тот ключ? Даже без понятия. У нас тут вроде бы и комнат не так много, но фиг его знает. Ладно, может быть, и потом что-нибудь найду. В принципе, тут все вроде бы как двери открыты. Сейчас давайте еще я тут проверю. Я тут не помню точно. А, или наверху там дверь одна была заперта. Вот, не помню, сейчас посмотрим. У меня такая память, как у Макалея Калкина в детстве. Сейчас, а ну-ка. Где-то тут была дверь, если не ошибаюсь. Тут открыто. Тут досочки. Дверь сломана, через нее нельзя войти внутрь. Ага. Ну ладно, если она сломана, мы даже ключом не сможем открыть, мне кажется. В принципе, я не думал, что клюшкой мы будем открывать дверь. Я думал, мы будем кого-то гасить. Может быть, даже эту русалку. Хотя какая русалка? Ее вообще тут нету. Бред какой-то. Ладно. Заперто. Ну, давайте попробуем открыть ключ. Во. Так, что у нас? Небольшой электрогенератор. Генератор в бойлерной? Странно. Какое-то странное устройство. Похоже, как из Биошока. Это что еще за механизм? Точно не нагреватель воды. Нагреватель пукана. Так. Что это? Банка с повидлом. Какая-то странная форма у этого ключа. Может, он от автомобиля? Ключ от двигателя. А это что? Довольно старый бойлер. Хм. Может быть, в этот электрогенератор надо вставить ключ? Генератор включен, но почему тогда? Почему что? Генератор в бойлер? Не пойму. Ну, давайте попробуем. Так. Ключ от двигателя. Он вообще не используется, он автоматом, походу, будет пользоваться. Но каким образом? Каким просто образом я должен, не знаю, этим ключом открывать как-то, да? Бред какой-то. Странно, я даже не знаю, друзья, честно говоря. Какие у нас тут больше вроде бы ключей нету. То есть, незачем ключи. Я даже, честно говоря, не знаю. Ладно, поищем. Так, ну что, друзья, если нам дают возможность убежать и вообще куда-то спрятаться, я думаю, что все-таки все комнаты надо обыскать. Кстати, вот, беги сколько хочешь, тебе все равно не спрятаться. Увернуться. Ну, провалился. Тут везде такой пол... Пробитый, да, Сайтара. Куда он делся? Нет, под ним провалился пол. Да, ты еще за ним побеспокойся. Он только что тебе чуть топором не зарубал. Значит, он сейчас в комнате внизу. Да, и вот теперь я не знаю, что делать. В принципе, вот еще одна концовка, по идее. И, наверное, сейчас мы пойдем посмотрим, что же с ним случилось. Но он, как всегда, я уверен, он умер. Я даже сохранюсь. На всякий случай, не знаю, может быть. Какое развитие сюжета будет дальше? Он просто... упал, и топор воткнулся прям ему в грудочину. Сайтаро. Боже, как больно.
Саитара, все будет хорошо. Я сейчас остановлю кровь и зашью тебе пузико и надену на тебе новые трусики. Танго, always. Всегда носи с топором в груди. Только вот в чем? Что же делать? Я должна найти что-то. Что можно найти, если у него топор в груди? Ну блин, ну что за... Я уже стихами просто говорю. Рин, вытащи топор. Сейчас. Нет, постой, разве тогда не начнет идти кровь? Топор из груди. Я не понимаю. Сказано тебе, вытащи его. Хорошо. Но он хочет, походу, сдохнуть сразу. А. Саитара, Саитара, очнись, все будет хорошо, я сейчас перевяжу тебя. Какая логика, будь проклята. Как так вышло? Это смешно. Я не могу так глупо умереть. А, что? Саитара, не смей вставать, лежи. Отойди от меня. Что он делает? Умереть вот так? Нет уж, нет. Что за херня? Каким образом он может еще идти, если топор долбанулся ему прямо в грудак? Что за бред? Что тут происходит? Что за пиздец? Не, реально. Саитара, что ты делаешь? Топор в брюхе. Поверить не могу. Саитара, уйди. Тебе нужно найти карту. Ступай отсюда. Хоть ты и дура, но справишься. Даже он говорит уже, ты дура. Доберешься до дома, обещаешь? Не, не говори глупости, идем со мной, тебе надо перевязать. Если ты не поспешишь, то кровь. Подумаешь, пару капелек. Я и сомневаюсь, что из тебя хороший врач, забудь обо мне. Пару капелек, подумаешь, топор в грудаке. Я пойду покупаюсь лучше, чем ты меня будешь перевязывать. Нет, я одна не справлюсь. Пожалуйста, пойдем, Саитара, все будет хорошо. Рин, раз в жизни послушай меня. Нет, я не хочу. Не уходи, не оставляй меня одну. Глупая девчонка. Я просто хочу, чтобы ты жила. Просто жила. Саитара, нет! И она за ним. Ну куда ты прыгаешь-то? Ёб твашу ж... Ему уже амбец. Я не знаю, почему он прыгнул в воду. Может быть, это та его... Как бы проклятием затянуло туда, но не спасти его уже. И что-то мне кажется, что сейчас Рин, по идее, не должна выдержать этого всего и перерезать из себя, чтобы проклятие завершило все, что начинало. Но я не знаю, в принципе, я должна найти карту и убраться отсюда. Но карта у меня уже в руках есть. Часы Саитары. А, по часам, наверное, я определю, каким образом мне выбраться, что ли, или что. Где этот, кстати? А, вот часы. Ну, а толку? Старый листок бумаги. Вот карта, кстати, да? Вот она. Что за красный крестик? Север сверху, значит, крестик на востоке. Если я пойду от особняка, черт, ну я даже не знаю, в какой стороне восток. Может, в кабинете есть какая-то книга про это? А, в кабинете в том, наверное, с книжками, да? Давайте посмотрим. Ну, как-то странно, все поумирали. Ну, вот это довольно похоже, да, на то, что должно происходить. Это самая, как бы, плохая концовка из всех. Но не знаю, что там за хорошие еще концовки будут. Посмотрим, конечно же. Может, эта книга? Книга. В центре мира лежит тайное жилище богов. Настоящая тайна всегда скрыта от чужих глаз. Хм. Нет, это не те книги. Скорее всего, это в том здании, во втором. Или в его комнате. А он... Подождите, где он спал? Нанизу? Опять же, очень много нераскрытых ответов. Ну, загадок. Вот, да? А, нет, это Юты комната. Подождите, где же он спал? Вроде бы... Комната от меня, вот тут вот. Но тут у него ничего нет, он просто спал. Давайте пойдем в то здание. Опять же, не раскрытых куча всяких вопросов. Что за бойлерная, что за жидкость. И много чего другого. И что за хижина там, какие проклятия. Вообще непонятно ничего. Так, вроде, если я не ошибаюсь, сюда надо бежать. Ну, сейчас мы посмотрим, что же у нас тут. Чем же тут закончится этот финал. Но мне кажется, я не выберусь так спокойно. Хотя... Может быть. Так. Ой, я уже запутался. Я вроде бы вообще не туда пошел. Да, я что-то гоню. А ну-ка. А тут все еще закрыто. Вроде внизу, если я не ошибаюсь. Так. Тут у нас не то. Во, вот тут, да. Открытая книга. Как найти стороны света? Держите часы в левой руке параллельно земле. Станьте так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце. Точка между часовой стрелкой и цифрой 12 указывает на юг.
Я должна пойти к болоту и проверить, как это работает. Тогда я смогу воспользоваться картой. Ну, давайте попробуем. Честно говоря, я не ориентируюсь хорошо, где восток, где юг, где вообще запад. У меня с этим всегда проблемы были, так что я не знаю, как мы так сейчас разберемся. Ну, разберемся, я думаю. Она может сама разберется. Так. Ну, так, предметы, карта. Лицом к солнцу, часовую стрелку сюда. Юг посередине между ней, цифры 12. Ну, она сама все сделает. Значит, к югу от меня старый дом. А крестик на карту к востоку, значит... Значит, это на той стороне болота. Обходить его займет целую вечность. Я должна найти другой способ попасть сюда. У нас там лодка, кстати, была. Может попробовать ее починить? Или фиг его знает, что-нибудь с ней сделать? Моторная лодка. Во. Вставлена красная кнопка. Вот для чего, кстати, и кнопка нам понадобилась. И она притащила ее просто сюда. Теперь можно завести мотор и поплыть на ту сторону болота. Если, конечно, нас русалка там не схватит. Или какая-нибудь фигня не произойдет с нами. Как всегда. Ну, вроде бы все нормально. Что же нас ждет теперь? Мы просто так уйдем, что ли? Так, сюда нельзя. Может быть, что это за черные какашки? Так, куда же нам идти? Что-то я не пойму. Может быть, сюда, в эту сторону? Что странно, она не хочет проходить никуда. Так. Тогда сюда тоже она не хочет проходить. Может быть, тут тоже карту надо было бы использовать, да? А ну-ка, давайте попробуем. Карта. Возле коричневого пятна стоит жирная X. Что же оно обозначает? Коричневое пятно. Друзья, тут везде коричневые вот эти вот пятна. А ну-ка, давайте поищем. Может быть, тут... Большое коричневое пятно, значит, тут. Во, земля под ногами какая-то странная. Когда я иду по ней, звук шагов не такой, как обычно. Значит, там что-то есть. Копать землю. Если там будет нож, будет вообще пипец. Решетка и веревочная лестница, которая ведет вниз. Кажется, я могу здесь спуститься. Да. Темно. Ах да, зажигалка. Блин, теперь подземелье. Вообще жесть. Это просто, я не знаю, это одна серия, наверное, потянет. То есть один плохой финал потянет на целую серию. Холодно, я могу замерзнуть. Так. Можешь замерзнуть, но выбираться, что делать? Других выходов нет. Динамит? Взрывать, что ли, дверь? Почему мы не взяли динамит? Странно. Так, что это? Кто-то тут копал, видимо, какой-то потайной проход делал. Что это? Монстр! Что это? Это и есть русалка? Из легенды? Фу, какая мерзость. Мне нужно поскорее уйти. Да, но... Наверное, динамит надо было все-таки взять. Механизм, может быть, бойлерная подключалась... Может быть, как-то здесь? Ее мутные белые глаза смотрят странным выражением. Что? Это что, какие-то сосуды типа с водой и там русалки, что ли? Или что? Я не пойму. Что за бред? Кирка. Опа. Я так и знал, что что-то сейчас будет. Кто-то к нам идет. Или что это за звуки? А ну-ка, давайте возьмем кирку, не? Все, закрыли нас, охренеть. Не открывается. Какого черта? Почему? Кто запер ее? Старик, наверное. Или нет? Есть там кто-нибудь? Эй, ты же там, правда? Выпусти меня, пожалуйста. Открой, эй, выпусти. Какого хрена? Я не могу сдвинуться. Что? Сейчас как разгонится, как головой пропьет дверь. Офигеть, нас закрыли прям... Неужели конец? Да ну... Не может быть. Так, чтобы закончилось? Нет. Все продолжается. Сколько уже дней прошло? Я совсем потерял счет времени. Эта игра... Скажу, шикарно тоже, блин, тоже, почему я ее раньше не взял? Такая концовка, хоть что-нибудь поесть, отбивную, тарелка риса, сочный кусок мяса. Может, тебе еще сладенького хлебушка? Мясо. Сейчас отрежет себя мясо и съест, да? Мясо. Или русалку. Мясо. Прям как голодный муж возвращается домой и говорит жене, мясо, падла, ты приготовила мясо?
Что она делает? Старик, я же говорил. Этот козел. Что, ты еще жива? Бери кирку и руби ему берет этот красный, падла. А, она разбила, да. Боже, о боже. Ты съела мясо бедной русалки? Бедной вообще, она вообще... съела мясо русалки. Сейчас, мне кажется, она и старика сожрет. Пойдем, я отведу тебя наверх. Тебе все равно никто не поверит, бедной сумасшедшей девочке. Я же говорил, что старик тут все-таки замешан. Я думал до последнего, что нет. Но нет, он замешан. Слыхали эту легенду про про монахиню? Ей было всего 17, она была прекрасна. А потом она съела кусок мяса русалки и обрела бессмертие. Только спустя 800 лет она умерла, да и умерла ли? Может, она сейчас живет где-то далеко? Интересно, сколько проживешь ты? А, это он нам рассказывает, да? Что за... Съела русалку. Мясо русалки. Ну ты же сама не станешь русалкой, я надеюсь. Я не умру. Не умру. Не умру. Она просто сошла с ума, наверное. Да, скорее всего. Вот, концовка. Я бикуни. Я у бикини. Блин, ну и концовка. Я не знаю, это первая, что ли, концовка? Только первая? А то, что нас убили, это что, не считается? Короче, друзья, это, конечно, тоже шедевральная концовка. Даже из плохих концовок она все равно крутая, сделана офигенски. Ну и, наверное, давайте на этом остановимся. В следующую серию мы выложим хорошую концовку. Я не буду зажигать камин, посмотрим, что это будет. Опять же, придется, наверное, с самого начала проходить игру. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Блудлинос, и всем пока и удачи.